Всем привет! Такой вот новый Джелли Кул Рей. Сегодня такой кратенький обзор. Посмотрим быстренько. Итак, у нас такие вот двухцветные диски. Рейлинги остались. Спойлер, это у нас самая топовая комплектация. И такой вот цвет, он прикольный. Но я так бы его назвал, что-то с перевивом такой лиловый. Как-то они искали типа серебристый какой-то тран. Ну, в общем, не знаю, двери... Порог не закрывает, доступ без чего есть, зеркала, видите, куча камер, повторители, такие под карбон сделаны, глянцевые стойки почему-то сделаны зачем-то, обмотовка с хромом только снизу, и вот такие вот у нас колеса, да, датчики парковки сверху, спереди имеются. 3300. Угу. И это перламутр. Слышали, да? 3 с чем-то миллиона, ну и цвет перламутр. Ну вот как-то так. Ну а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно, то обязательно заходите на сайт autospot.ru. Тут собраны все предложения от официальных дилеров, сразу со всеми скидками, акциями и предложениями. Вам не нужно ездить по всем автосалонам, смотреть, какая комплектация, какая машина, у кого есть, у кого нет. На сайте вы сразу видите именно те предложения, что стоят в данный момент у дилера. А чтобы зафиксировать за собой скидку, вам достаточно выбрать марку, модель, цвет, комплектацию, вбить номер и телефон. Все. За вами машина бронируется, с вами связывается менеджер, обсуждаете детали сделки и едете забирать автомобиль. Все просто, а сайт бесплатный. Пользуйтесь, ссылку оставил в описании. Давайте заглянем в салон. Смотрите, вот так все сделано. И 4 цилиндра, да? 4. Слышали, да? То есть это уже у нас здесь 4 цилиндра. Вот это что такое? Кто так сидит прямо вот вертикально? Честно говоря, я не понимаю, кто так себе подстраивает. Ну, допустим сейчас. О, как тут высоко. Нет, надо все это делать вот ниже. Вот. Вот это я максимально вниз опустил. Итак, это у нас с вами, смотрите, новый Джелли Кул Рей. Вот так все сразу заработало. Такой пухлый руль, прям он мягенький слегка. И тут еще перфорация, хорошо. Работа с круизом, голосовое управление и так далее. Ну, то есть... Те, кто говорил, что да ну нафиг, 3 цилиндра, все такое. Вот теперь китайцы выпустили машину с 4 цилиндрами мотор. Теперь, я так понимаю, да, уже не страшно покупать такую машину. Ручка, она же как ниша. И здесь все электростеклоподъемники, блокировки в нужном месте, складываем зеркала и так далее. Все это имеется. Динамик. Что тут прилагается? Подсветка имеется, зеркало, шторка. Все есть. Здесь что? Тоже все есть. Вот тут так все работает. И очечника, наверное, нет. Вот тут у нас есть ГЛОНАСС. Работа с люком. Все это понятно. Старт-стоп кнопка такая треугольная. И тут, видите, у нас климат. Кондиционер. Рециркуляция. Здесь беспроводная зарядка. Ну и так далее, да? Все это, ну, обогревы. Здесь я вот не вижу что-то такого, ничего. Возможно, что только, допустим, подогрев покоя дворника. Вот такой теперь стильный этот рычаг. Тут можно идти как регулировать так, как вам это нужно все. Ну, прикольно, прикольно. Электронный ручник. Выбор режима движения. Два разъема Type-C. Здесь что предлагает? Подсветка. Достаточно вместительный микролифт и имеется. Вот так смотрится все это дело сбоку. Дверная карта, ну прикольно, да? Твердое, все твердое. Вот это чуть-чуть мягкое. Ну и вот эта панель, она не твердая, ну в смысле просто пластик, тупо кожзамом обклеили и все. Можно сказать, что тоже твердое. Вот так вот все. Теперь тут еще есть ручка. Ну, не знаю.
к этому ко всему опять же нужно привыкать. Но как-то хотят же они, да, обновить все это дело. Вот. А получается ли это другой раз? И далеко не факт. Но китайцам, как говорится, виднее. Виднее. Вот. То есть цена уже, да, 3 с лишним, почти 310, или сколько он сказал. Вот, смотрите, как здесь все это дело работает. Джили. Ну все, загорелось. Куда камеру направить быстрее? Показывает, кто пристегнул, кто не пристегнул. Ну, типа, да, вот все такое, электронный ручник, все имеется. Здесь автомобиль, по-русски все написано, видите, все зеркала какие, стеклоочиститель, замки фары, настройки, автохолд, HDS и так далее. Потом у нас здесь атмосферная подсветка, я понимаю, можно отключить язык. Потом беспроводная зарядка, видите, да, включена. Потом здесь что? Свет работает, сейчас посмотрим. Здесь настройки, Bluetooth, да, тут что? Ну вот так все. Кондиционер. Красиво все нарисовано. Ну и вот здесь получается вот так. Давайте теперь смотреть, что нам сзади предлагает. И посмотрим на вот эти фары. Красиво все смотрится, да? Достаточно. Ну и вот как сзади. Вот эта полоса, куда же без нее. Электропривод, подсветка номера и кнопка открытия багажника. Вот так все высоко открывается. Ну что, давайте смотреть, что здесь. Такая полка, она съемная, все в пластике, хорошо и эстетически красиво, и еще какая-никакая шумоизоляция, все равно она есть. Имеется подсветка. Багажник стандартный, небольшой, не маленький, нормальный. Здесь что? Вот такой вот пулик, докатка, демград инструменты, все это здесь имеется. Все пластиком отделано, все это легко моется, за машиной легко ухаживать. Небольшой бортик, чтобы ничего не вывалилось. Ну вот так, закрываем. И все, начинает вот так сигнал и закрывается. Достаточно быстро и бесшумно все закрылось. А мы с вами давайте сейчас в салон. Что-то это такое. Салон. Присядем сзади. Два контура уплотнения. Хорошо. Мягкие подлокотники. Да. Смотрите, вот раз. Закрывается. И оп, до конца не опускается. Но такой вот момент небольшой. Подбутыльник имеется. Давайте мы здесь присядем. Я сидел там удобно, даже не настраивая себе крючок, и мне нормально. Так что можно считать, что сам за собой раз, два. И тут у нас карман-карман. Подогрев сидений. И здесь имеется еще зарядка. Воздуховоды. Можно настроить индивидуально, как хотите. И вот так все это смотрится. Ну, понятно, что микролифт. Все это легко моется. Хорошо. Тут что нам предлагается? Три подголовника. И тут такой вот подлокотник. Ну, в общем, красиво, да? Еще раз смотрите. Вот так все. Два экрана больших. Едете. Все четко. Руль по высоте пульта регулируется. Руль хороший. Здесь все вот так, все под рукой. Ну, в общем, такой небольшой частный самолет, да? Давайте закроем, попробуем. Да, тут тоже все нормально. Все хорошо, это удобно сидеть. Такой вот у нас свет тут еще, подсветочка. Ну, как бы вот, и крючки есть дополнительные. Хорошо, хорошо. Вот так все. Спрашиваю, когда у вас вот здесь еще подсветочка
Когда у вас появятся эти белорусские машины, руками разводят, не знают. То есть сейчас уже в крупных городах появились вот эти машины Жили Эмгранд, но привезенные по параллельке. А ближе к концу года появится машина уже и официально. Вот такой вот Жили Кул Рей. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Подписывайтесь также на телегу, всякое разное. Там много всяких новостей. Всем пока, счастливо.